малыша тут обстановка из категории «я покакал, дайте жрать, скажи». Он хвостик растет, видите, какой уже кончик торчит. Вот это новый отрастает, вот такая тема, на глазах растет. Да, и вот вместе теперь мы наблюдаем за этим процессом. Конечно, он будет не такой пупырчатый, как настоящий изначальный хвост. Поэтому второй хвостик так и называется вторичный. Но, тем не менее, на здоровье это не влияет. Малыши в продаже. Ручные, активные. Да-да-да, скажи. Тут таракана предлагают. Взятка, да, в размере таракана. Вообще ужас. Классный, классный, бери. Вот сейчас он вырвется и убежит. Вот и умничка. Ну, я уже увеличиваю размер кормового объекта. Ребенок растет, и корм, соответственно, дается больше размером. Тут безобразие, скажи, происходит. Поставлено мой контейнер там сверху тараканов, а я их вижу, скажи. И мне обидно. Да-да-да, вот там они шевелятся, скажи. Вон они там, да. Я их тоже хочу. Подожди, мы первого товарища покормим, да, а потом вот эти тараканы к тебе придут. Все нормально, жди. Шевелятся, конечно. Держи. Ой, говорит, нифига себе, это мне. Да, конечно, тебе. Да, твоим космическим глазком. Угу, и отрастающему хвостику. Вот следит за мной, говорит, мне, говорит, еще должны выдать. Я их считаю. Еще, скажи, должны дать обязательно. Да, да, да. Вот, все нормально. Вкусно. Ужас, видите, как там все шевелится. Капец, глотай, во! А то это же вообще ужас какой-то. Все, глотнул точно? Ну, на тогда. Глотнул. А, и убежал. Трагедия какая. Ну, сейчас догонять будем. Что ж теперь? Погоня, 4 коня. Давай. Покажи мастер-класс в догонялке. И вот у него, если обратить внимание, начали светлые вот такие пятнышки поступать. Вот видите, вместо темных светлые кружочки. Вообще, растем, меняемся. Интересный делается. Пошел, пошел, увидел. Поймал. А мы как раз хвост его еще раз рассмотрим. Вот такая пимпочка растет. Прям на соску похоже. Жесть. Ну ничего, отрастет, ничего страшного. Да, главное, что он наедается попутно. Ну-ка, я тебе еще приперла, давай. Вот он, да, давай. Я отстану. Ну, не, ну то палец был. Видишь, вот где лапки шевелятся, это не палец. Вот давай, или усы, во-во-во, ориентир на усы, на глазки там вот давай. А то там еще Марти голодный. Угу. И братишка твой старший тоже. Давай, давай, время идет, а ты вот это медитируешь, глаза рассматриваешь, во. Все, главное глотай. Сейчас салфетку поменяем, и все окей. Красота растет. Ловлю тараканов для следующего. Поставила контейнер у бананы сверху. Тут такой дурдом начался. Говорит, мне тоже надо. Солнце, тебе надо, но завтра. Ты ела в среду. Теперь в воскресенье. Ну, в ночь. С воскресенья на понедельник будет есть. Но она их там увидела. Говорит, ничего не знаю, мне надо сейчас. Вот что ты всем даешь, а мне не дали. Фу, я обладатель золотой, не дали, что ли? Вообще безобразие. Солнце, ну терпи до завтра, не твой сегодня день. Или ночь, точнее. Машеньки снова покакал в один угол. Угу, увидел меня, тут лапами мне машет. Бери. Сейчас поедим, да, и какахи твои собирать будем. Урожай. Вот такой тоже красивый ребенок. На днях буду смотреть мужчина чи женщина. Да, сегодня просто некогда. Сегодня планы на ночь такие, что хоть бы все успеть. Вот такого окраса, дитё. Вот. Красопета. Кому надо, обращайтесь. В продаже ребенок. Еще принесла. Буш, не буш. Думай. Вкусный. Давай. О. Только не держи в зобике, то там братишка твой уже. Ой, у тебя он там все шевелится. Я вижу. Вон там, если присмотреться. Видели снизу? Под челюстью. Ходуном все ходит. Ты их проглатывай, не собирай там. Вот сейчас наружу полезут, печаль получится. Угу. Хорошо, у меня еще есть. Только бери быстрее, упущу, будет бегать по всему контейнеру. Давай.
а ты еще с тем воюешь? А я тебе говорила, глотать надо. Вот вы же меня не слушаете. Угу. Типа я взрослый, нормально. Тогда взрослого еще далеко. Бери. Да-да, шевелится, гляди, что может. И что? И опять сейчас там зубики будут. Вот оно, видели, что делается. Они потом там реально тараканы толкаются, шевелятся. Ой, мы твоими глазками полюбуемся. У него, конечно, обводки нет, но по-своему красиво смотрится. Красопета. Ну-ка. Буш. Тебя еще должно влезть. Бери. Тот там Марти уже хочет кушать, а вы еще никак не поели. Малышня вот это вот. Давай, давай. Да хороший таракан, что там рассматривать? Бери, я тебе говорю. Пока предлагают, надо брать. О, видишь, супер. Вкусняшка. Давай последнего, я от тебя отстану. Угу. Да то палец был. Таракана бери. А что ты руками шевелишь? Я промахиваюсь. Ну, все нормально. Давай еще раз твои глазки посмотрим, да, и пойду Марти кормить. То там тоже мужчина голодающий, капец.